Доброе утро, художники и люди, которые любят рисунок, которые любят посмотреть на то, как рисунок возникает. Сегодня рисую по эскизу, вот такой эскиз моей какой-то, уже не знаю какого года картины, которую я нарисовала и слету ее продала. Вот она имела успех. Хотела нарисовать по памяти, вышло немножечко не то. Поэтому я вошла в свои старые видео. Называется это видео «Нарисовала три картины за один вечер». Вот. И там вот этот пейзаж я быстренько нанесла вот карандашом эскиз. И по этому эскизу сейчас буду рисовать свой старый сюжет, буду повторять свой успех. Иногда это полезно, повторить свой успех. Для этой работы мне надо вот такой мастихин понадобится, вот такая плоская кисть. Возможно, там понадобится и вот такой мастихин, тонкая кисть и веерная. Она у меня старенькая, но для этой работы все пригодится. Итак, начинаем работу. Я приготовила для этого воду. Вот, и сейчас будем рисовать. Значит, рисую я на тонком тонированном картоне. Влажная палитра у меня. Вот такие цвета. Здесь и охра, это влажная палитра, которую я делала вчера, синий, красный, потом розовый, вот такой вот белила, желтый, яркий, коричневый, зеленый, голубой, черный на всякий случай, хотя я не люблю черный цвет. Я люблю делать черный цвет из соединения красного, зеленого, коричневого, синего, получается сложный такой. Так, ну сейчас нам надо светло-голубой. По эскизу. Смотрю, подглядываю на эскиз на свой. И рисую в быстрой технике. В быстрой технике акрила. Заполняем все пространство картона, погружаем его вот в такую вот подложку. Пишу почти сухой кистью. Так, ну теперь приступлю к созданию ландшафта. Для этого мне понадобится вот такой мастихин. Смешиваю краски, смело смешиваю краски на холст, на палитре на своей. Возможно, возникнут вот такие какие-то случайности. Это очень хорошо, пусть они возникают. Вот, и будут очень живописно смотреться. Так, теперь делаю
подглядываю на эскиз. Вот я сейчас делаю вот эту часть, вот эту часть ландшафта. Подглядываю. Она освещена солнцем. Так. Немножко вспоминаю. Вспоминаю, что было изображено. Здесь были изображены вот такие вот зеленые травы. Ну, пусть, может быть, даже будет немножко не так, как на той картине, но основные взяты отношения краски, цвета. Так, это мы отставляем. Ну, и теперь мне надо нарисовать мастихином, опять же, нарисовать вот такой вот там у меня какие-то такие вот домишки были. Добавлю белила, потому что белила идет очень много, сразу вам скажу. Домишки такие теплые, какие-то они. Я рисую, собственно говоря, город, которого нет. Вот такой вот он на моем пейзаже. Так, тут еще синие окошки прибавим. Я повторяю, не исключайте миг случайности. Его исключать нельзя. Да, для этой самой, для башенки я беру вот такой мастихин. Тряпочку тут я приготовила на случай. Вот так. На случай надобности. Ну, если это скоростная живопись, то, конечно, вот я вернула сюда. Не задумывайтесь над тем, что вот что-то так не выходит. Да все выходит, все выходит. Не задумывайтесь. Если начнете задумываться и вырисовывать что-то, все пойдет не так. Нам надо, чтобы все было так, и все было живописно и интересно. Так, башенка. Угу. Немножко я ее выправила, чтобы она у нас не падала. Вот такую картинку может нарисовать и ребенок. И даже лучше нарисуют, чем я, поверьте. Но у каждого от этого процесса будет такое состояние полета. Рисуем дерево. Можно более теплой красочки сюда добавить. Ах, нет. Дерево тут звучит потому, что оно
находится на контрасте. Оно передает атмосферу, создает воздушность. А теперь я беру веерную кисть. Так. И вот так вот легким движением руки и кисточки создаем вот такую атмосферу. Южного пейзажа. Ой. Так, теперь возьму мастихинчик и сделаю такие вот травы. Конечно, эта работа ничего не будет иметь общего с той моей, но общие черты будут у них. Так. Общие черты будут. Ну и главное, что я вам говорила, что в той моей работе заложен успех. А это важно. Повторить успех. Так, ну и сейчас еще. Тут еще какую-то башенку надо такую интересную нарисовать. Так, а теперь я беру в руки опять тряпочку. Иногда просто вот чувствую, что надо взять что-то, что-то такое. Вот так вот. Так, теперь. Так, ну и здесь немножко можно нарисовать вот таких деревьев в виде веточек. Повторяю, такую работу может нарисовать и ваш ребенок. Здесь ничего нету сложного такого. Поэтому экспериментируйте, пожалуйста. Но зато получите массу удовольствия. Вот я вам покажу. Так, массу удовольствия. Так, ну, вот эту вот так, часть сделали. Ну и что дальше? А вот что вот тут сделаем. Тот самый такую светотень. Так, ну и тут где-то будет у нас плыть кораблик. Вот тут парусничек такой. Это очень легко, смотрите. Все, плывет парусник. Так. Ага, а тут вот еще нарисуем чаек.
Ну и поскорее надо уходить, потому что если я сейчас начну что-то подправлять, все, можно сказать, что я могу угробить этот свободный, возможно, это среднеземноморский пейзаж. Но мужчина пришел, и когда я выставила, такой был случай вот с этой, с этим сюжетом, я выставила на улице, на своем стенде возле мастерской Ларус, выставила этот вот этот сюжет. Было воскресенье. Он подошел, спросил, сколько стоит. Я сказала цену, вообще низенькую такую, аккуратненькую цену. Вот я даже не знаю. Немножко сделаем, да, вот так. Вот. Обозначим моречко, обозначим. Вот. Сказала ему цену. Вот. Он ушел. Ушел, ну, думаю, ну, просто человек поинтересовался. Когда во вторник проходит воскресенье, выходные проходят, понедельник у меня выходной. Во вторник я прихожу, дверь открывается в мастерской, забегает этот мужчина, говорит: а где море? Море где? Крым. Я вообще не знаю, я рисовала совершенно не Крым, но у него это было Крымом. Я говорю: какая? Вот это вот. Он говорит: вот все, эта картина. Мне нужна она. Мне нужна она. И я ему завернула. Вот. И он говорит: на подарок любимой женщине. Ну, так. Наверное, они где-то отдыхали. Это вот ему напомнило. Рисую еще раз эту тему. Эту тему рисую. И приходит тоже мужчина. Я еще не успела прийти. Аня была в мастерской. Моя племяшка. Когда звонит и говорит: тетя, сколько стоит твой пейзажик? Опять же этот, я уже вторую версию нарисовала. Я говорю: что там такое? Да, говорит, мужчина вот пришел и говорит, хочет купить. Ну, а это мужчине она напомнила, эта картинка напомнила места, где он служил. Говорит, как-то он назвал даже остров этот. Говорит, очень похоже. Ну и все. Вот так вот она несколько раз у меня трансформировалась в чью-то мечту, в чью-то, может быть, воспоминания какие-то, у которых все связано вот с этим местом таким необычным. Ну, пожалуй, хватит. Все, все. Вот так вот. Вот такая картинка получилась. На этом я ставлю точку. Повторяйте свой успех, и он обязательно к вам вернется. Мой самый главный совет художникам. Пока.